В целях защиты населения, повышения готовности эвакуационных органов сегодня правительством Камчатского края совместно с администрациями Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также коллегами из Главного управления МЧС России по Камчатскому краю проводится учение по эвакуации населения в безопасные районы. В настоящее время мы находимся на сборном эвакуационном пункте. Это один из эвакуационных органов, которые создаются для обеспечения правильного и безопасной эвакуации граждан. На этом сборном эвакуационном пункте будет проведена регистрация граждан, распределение по транспортным средствам, а также сама посадка на транспортные средства для последующего маршрута, соблюдения безопасности и перемещения в безопасное место.